Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 сервачок. Сегодня опять я лезу в эту рутину, пытаясь выбить топовую тачку, чтобы ее слить и купить вертолет. Кто не видел первую часть открытия кейсов, посмотрите, там тоже у меня выпало хороший дроп. Ну, сегодня мы также выбиваем кейсики, у нас также хорошо выпадает, поэтому, если вы хотите также играть с нами на Majestic, то вводите при регистрации мой промокод HAMMON. Или в самой игре слэш промо Хаммон, которая вам даст платину VIP, деньги, тёлки, тачки и так далее. Ну а я всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра, а мы погнали к рулетке. Ну что, поехали получается, первый кейсик отрываем. Что нам будет падать, не знаю, повезет или не повезет нам. Надеюсь, сегодня повезет и мы выйдем наконец-то топовую тачку. Наконец-то я ее продам и наконец-то я куплю долгожданный вертолет, который мы уже долго-долго ждем. Долго, конечно, нудно, но выбить можно. У меня много друзей, которые убивали с первого кейса. Некоторые друзья уходили в минус. У меня, как видите, плюс-минус держит меня в плюсе маленечко. Но, я все же жду тот момент, когда у меня упадет долгожданная цифра 50 тысяч мажестиков, чтобы я ее слил и купил себе вертолет. Ну а у нас что? У нас, как всегда, все по 200 мажестиков продается. Не везет. Смотрим. Как только я заговорил, мой перевыигрыш Субарик сюда, как я говорил, мне она в принципе дает по мелочи, но дает. Субарик есть, поехали дальше. Давай, начало хорошее. Помогай давай, стой. Угу. Ладно, в принципе неплохо, у нас Субарик уже есть. Можно не расстраиваться. Так, дождь прилетел. Ага, по 400 мажестиков дает, это тоже неплохо, но лучше, чтобы нас окупало. Продаем. И что у нас будет новое? Новое. Давай, быстрее, я хочу уже золотую, быстрее продавать. Всего 50 тысяч мажестиков, всего лишь что. Ты всем даешь, блин, а мне не даешь. Некрасиво получается. Я что, самый лысый? Ему даешь, мне не даешь? Странно. О, стой, финик. Угу, финик облом. Хотя бы это дала. Он болид был, который мне нужен. Кстати, вот болид бы, наверное, себе и оставил. Не продавал бы его. Потому что мне нравится очень сильно болид. Но ламба вот эта зеленая, мне больше нравится. Конечно, Макларен проезжает, Бентага проезжает. Ну, падает мне обычная тачка. Так, опять. Бентайга пролетает, Мустанг пролетает, падает Митсубиси, вообще похоже на Митсубиси, да? Угу, что же будет дальше? Давай. Нихера. Говно. Падает одно говно. Ну опять же, у меня уже упал Субарик. Это очень хорошо. У меня дружок убил... О, стой, сука. Угу. Блин, она мне вот байтит, все время она байтит меня. Прям вот здесь 50, там 20, а падает мне 200 мажестиков. Вот видите опять. Там 20, и там 30, и там 30, и... Ладно, последний кейсик. И что у нас падает? И у нас падает... Ёба, еще Мерседес сюда, на базу. Так, короче, как видите, я продал Субарика. Мерсика я оставлю на себе, потому что я так подумал, надо мне оставить, получается, Мерсика, но на Субарика можно получить еще кейсы. Мало ли, это будет наш второй шанс, который выбить топовую тачку. Надеюсь, я не пожалел то, что я продал Субарика. Хотя я хотел его гослить, конечно, ну ладно. Надеюсь, я сделал правильное решение, то, что я продаю его, и открывать... кейсы. Потому что обычно такие решения выводят тебя то, что ты уходишь просто в минус. Ну, как бы ты продаешь тачку и все, и она тебя уводит в минус. Так, 200 мажестиков. Ладно, ничего, пока не настраиваемся. Все же, мы выбили уже две тачки. Да, одну я продал, но все же, мы уже выбили две тачки, я в окупе с этого момента. Спайдер, да. Спайдер нету вы. Там Роуз, тут спайдер. А падает, как обычно, херня одна. Но. Надеюсь на тот момент, когда аж какая, не знаю, какая у меня будет реакция, когда я
выбьют тачку за 50 мажестиков тысяч. А если еще не одну выбью, то я могу купить не за 50 тысяч вертолет, а за 100 тысяч вертолет. Да вообще будет имба. Не знаю, почему я так загорелся, но я прям загорелся вертушкой. Она мне очень нужна. Именно за мажестики, потому что там большой багажник и те же самые контракты под фанку легко делать. Да и вообще вертушка — это удобная вещь. Если ты в крайме, то ты можешь гоночки спокойно ловить на вертушке. Ну как ловить? В плане того, что ты можешь их спокойно искать. Летаешь, ищешь их. Если ты в фанке, то сразу на пятерых ты можешь контракт закрывать. В общем, между теми у нас пролетает рулеточка. Ничего не падает, обидно, досадно. Но будем надеяться на лучшее. То, что нам упадет все-таки. Все-таки упадет. Но нам падает одна хренотень. Ладно, поехали. Рулетка крутится. Деньги мутятся. Вот, стой. КАЕМ. Макам? Нет. Падает какой-то. Даже не знаю название этой машины. Она даже не интересна мне. Голос у меня паникает, потому что я все понимаю, все это будет уже слив. По ходу дела зря я продал машину. Но ладно. Во, Супра. Нет. К сожалению, нет. Кстати, вот я бы себе Супру еще ставил для дрифт-корча какую-нибудь машину. Диба Ниссана. И так далее. Посмотри, 4000, 2000, да, вот 7000, а между всем этим падает такая тачка. Почему? Почему я столько кейсов отрываю, и ты мне нихера... Опа-на. Слушай, я понял то, что когда я мою, плачусь и так далее, типа, она мне дает машину. Это очень хорошо, слушай. Может, мне надо больше плакать? Ну, тут опять небольшой, но минус, это тоже нормально, в принципе. И поехали, давай. Я хочу увидеть этот знак 50 тысяч маджестиков. Вот, стой, сволочь, такая ты сволочь, смотри, а. Блин, много слов, одни эмоции, но должно же когда-то мне повезти, правильно? Не все же будет другим вести. Кстати, прикольная тачка, это же вроде тачка из этого, из мультика, как он называется? Напишите в комментариях, если я вспомню. Маквин Молния, как там, не помню я. Тачки, вот, из тачки точно мультик. О, опять эта хрень. Нахер она нужна мне? Не, если был бы здесь нормальный багажник, да, можно было бы оставить. Но, увы и ах. Мы ждем чуда. Я жду чуда. Опять же, все помним мультик, как это, Суперсемейка. Когда я маленький на велосипеде ездил, главный герой такой: что ты сидишь, стоишь, ждешь? Он такой: я жду чуда. Так и я сижу и жду чуда. Блин, да, мультиков я много смотрел, конечно, в детстве. Да и сейчас у меня, типа, малая есть, и я с ней, бывает, тоже посматриваю. Интересно. Ну, что? Все, да. Блин, надо продавать Мерседес, нет? Да, как бы это ни звучало, но я продал Мерседес. Очень плохо, но и ладно. 200 мажестиков. Надеюсь, я, блин, не сделал эту ошибку, я вообще не уйду ни с чем. Надо с чем-то уйти, хотя бы с какой-нибудь тачкой. Не знаю, долго думал, но все-таки решил продать я этот Мерседес тоже. Ну а чё, блин, да, прикольная тачка, но посмотрел я гос, и она не очень сильно стоит, поэтому думаю, зачем она мне нужна вообще. Проиграю, так проиграю, что? Расстраиваться нет, я думаю, будем еще отрывать кейсики, а может я перегорю уже и не буду отрывать, если у меня сейчас ничего не упадет. Ну должно уж повезти мне. Давай хотя бы четырку. Да, видите, гос уже паник. Две тачки выбил, лил, по итогу... Что-то вообще ничего не интересного нету. Обидно, конечно, обидно. Просто некоторым падает прямо с первого кейса за 50 тысяч маджестиков. Они не нужны, они сливают их, тут казик сливать бабки. Тебе вот они правда вот нужны, чтобы купить себе вертолет, допустим, да, ну, что-то в фамку вложить.
развивалось все это, и тебе ничего не падает. Обидно, досадно, конечно. Надеюсь, будет тот момент, когда мне все это упадет. Да, я знал, блядь. Я знал то, что я не зря продал кейс сюда, на базу, блин. Ай, давай последний кейсик. Все, я дождался того момента, упал X-класс, его я не буду продавать, я его оставлю на себе. Ну, в плане, я его продам и мажестики себе оставлю. 11 тысяч это неплохо. 200 этих, все. Где предметы? Вот он мой, получается, X-класс, 11500. Думаю, на этом можно будет заканчивать. Я, в принципе, доволен открытием кейсов. Я ушел неплохой, так плюс. Типа в X3 примерно я ушел плюс-минус. Поэтому... Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал, ну и пишем комментарии, что вам падало, как вам везет и так далее. А я со всеми прощаюсь, всем спасибо и удачи.